Эй, желаю успеха тебе, Макс Вехов. Я начинающий барабанщик, и вот я получил очередное письмо. Вот, пришел новый ответ на объявление «Начинающий барабанщик ищет группу» 2 февраля. Сегодня 3 февраля, ну, я почту читаю раз в сутки, стараюсь. Время самое ценное сейчас, да и всегда было самым ценным. Ну и, что тут пишут? О, вот я написал чуваку, что нужно, ну, что вот я нашел группу кавер-бенд, и тут вот я написал, что вот у меня есть табы, и надо сверить с теми данными, что у вас. Ну, то есть там два гитариста, басист, вокалист. Вдруг у меня, мы разные версии играем, я уже с таким сталкивался. Я уже музыкой занимаюсь около 30 лет, наверное, или... Ну да, я знаю, who is who. В следующем году будет 30 лет, по-моему. Знаю, что такое. Что и как. Ну вот. Ну и заодно глянем, что тут на Уликсе творится. А ничего. Кстати, это музыка моя, играет диджей Колдун. Проект такой у меня есть. Ну ничего, пустота. Ну ладненько. Всем пока-пока. Ничего, как видите, пока что. Человек взял, сказал, что сравнит, и так и не сравнил, что, наверное, отдыхает, спит. Высыпается потом, наверное. Короче, как-то все неоперативно люди делают. Ну. А время идет, тикает, а потом скажет, ну что, выучил, а что я могу выучить, а если это не та тема, не та версия, что вы учите, и будет каша. Начинай сначала, называется. Ладненько, все, пока-пока. Пошел заниматься на барабан.